Сейчас поговорим про так называемый approach shoes, обувь, которая предназначена для подходов. При этом в ней прекрасно можно ходить в городе и ездить на скалы. В чем суть? Суть их в том, что в них используется очень липкая резина на подошве, то есть такая же, как в скальных туфлях. И они прекрасно стоят на скалах. И в них удобно подходить под маршрут, и где-то даже можно немножко пролезть. Если рельеф несложный, то можно подобраться к какому-то интересному месту. Положим ботинки фирмы 510, которые все любят, скальники, которые все любят, знают и используют. Ну, многие. В этих кроссовках используется такая же подошва, как в скальных туфлях. Та же самая резина, Steels. Она достаточно мягкая и обеспечивает хорошее трение на скалах. Шнуровка на такой обуви, как правило, напоминает шнуровку на скальных туфлях. То есть их можно зашнуровать так, чтобы они плотно облегали ногу и не давали ноге двигаться внутри кроссовка. На них, так же как и на скальных туфлях, есть специальная петелька для того, чтобы было удобно натягивать кроссовки на ногу. В них на передней части подошвы есть специальное уплотнение, которое позволяет больше лазить. То есть она сотрется не так быстро, как если бы она была достаточно тонкой. Она так и называется, climbing zone. Они бывают достаточно жесткими. Одни жестче, другие не такие жесткие. Но все это делается для того, чтобы обеспечить комфортное лазание по простым скалам. Такую обувь удобно использовать в Крыму, либо в подобных местах, где нет каких-то осыпей, по которым придется спускаться, где нет крупных камней, по которым нужно будет спрыгивать один с другого, и нужно, чтобы ботинок поддерживал стопу, как это делает большой трекинговый ботинок. В них удобно будет лезть, но не так удобно спускаться по крупной осыпи, либо по мелкой осыпи. Они достаточно низкие, и все мелкие камни, которые будут сыпаться вам на ноги, они будут засыпаться в кроссовок, что плохо. Спуститесь, придется все почистить.